Привет. Привет, это Леша. Это Женя. Сильные новости. Наша рубрика «Короче». Поехали. А в Гомеле вынесли приговор водителю, который насмерть сбил 6-летнюю девочку на Советской. Ему дали 5 лет в колонии поселения. Кроме того, владельцы машины, это юрлица, должны заплатить 150 тысяч рублей. Водитель вину признал и сказал, что во время наезда на детей и бабушку мог перепутать педали газа и тормоза. В Речице ночные пьяные посиделки с соседями закончились разборками. Один из мужчин напал на семейную пару с мечом. Когда на место приехала милиция, парень успел отбросить меч в сторону. И, к слову, милиция сначала с иронией отнеслась к этой истории с горцем, пока не нашла настоящий двуручный полутораметровый меч. Который, слава богу, был не заточен, поэтому все закончилось хорошо. Конец эпохи. Лионель Месси покидает футбольный клуб «Барселона», в котором провел больше 20 лет. Почему? Всему виной финансовые и структурные препятствия. Клуб должен ему больше 63 миллионов евро. Ну а где дальше продолжит карьеру легенда мирового футбола, пока не ясно.